Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как изменить шрифт на Samsung Galaxy S10 Lite. Для того, чтобы это сделать, мы переходим в настройки. Дальше пункт «Дисплей». В дисплее пролистываем вниз, находим размер и стиль шрифта. Чтобы изменить стиль шрифта, во-первых, мы можем его сделать грубым, жирным или нет. Вот так, здесь показано, какой шрифт будет, например. Мы выбираем. А также стиль шрифта. Здесь мы можем выбрать стиль по умолчанию. Samsung One. Gothic Bold. Или же мы можем загрузить шрифты с сайта, который нам предлагает. Здесь есть всего несколько бесплатных, как вы видите. Вот здесь вот бесплатные шрифты. И если у вас есть деньги и вы бы хотели купить платные шрифты, то здесь есть просто огромнейшее количество шрифтов, которые вы можете скачать. Я сейчас выберу бесплатный, скачаю его. Ждем, пока он скачается. Началась установка. Мы можем теперь вернуться и выбрать Choco Cookie. И теперь, как вы видите, весь шрифт, например, давайте зайдем в настройки. Весь шрифт на нашем телефоне изменился. Если вы хотите его поставить обратно, мы опять заходим сюда и выбираем по умолчанию. И теперь шрифт у нас стоит по умолчанию. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!